Чувашия присоединилась к всероссийской акции «Я выбираю спорт». Тысячи детей в разных уголках республики, забыв на время про учебники, занялись спортом. В Канаше, в Порецком районе, прошли легкоатлетические эстафеты. В Новочебоксарске соревнования по хоккею. Ученики Чебоксарской гимназии номер 4 вышли на утреннюю зарядку. Привить детям любовь к спорту сложно, но можно, считают организаторы акции «Я выбираю спорт». Главное – показать пример. Поэтому утро гимназистов и преподавателей началось с зарядки. Ежегодно в нашей гимназии проводится День здоровья, но впервые в этом году наш директор решил провести утреннюю зарядку со всеми учениками нашей школы. Наши ученики стараются поддерживать здоровый образ жизни, и почти каждый посещает какую-либо спортивную секцию. Наша гимназия за здоровый образ жизни. Отвлечь детей от компьютеров и заинтересовать спортом – главная цель мероприятия. В дни акции проводились мастер-классы, показательные выступления и круглые столы с ведущими тренерами спортивных школ республики. В гимназии номер 4 тоже нашли, как заинтересовать молодежь. Сегодня в нашей гимназии дан старт, олимпийский старт. И мы в течение учебного года будем следить за нашими гимназистами, кто в каких спортивных мероприятиях выступает, кто в каких спортивных мероприятиях не только выступает, но и будет занимать призовые места. И в конце учебного года они получат огромный кубок и приз. Наша сегодняшняя задача, задача педагогов, это воспитать здоровых граждан России. Всего в рамках акции «Я выбираю спорт» в республике прошло более 200 мероприятий, в которых приняли участие свыше 30 тысяч детей. Ольга Алексеева, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика.